Ну, получается, да. Залом на месте трудного поворота. Вода маленькая, ну и там вон подарочки. Сейчас пойдем смотреть. Ну, либо ниже его провести лодки под бревно по мелкой, либо переносить вещи. Лицо у меня сгоревшее, не пугайтесь. Ага, ну вот можно не перенося пропихнуть лодку на веревке. Это радует. Это радует, радует, радует. Да. А было тут спокойно проходили. Теперь посмотрим там. Можно ли за что-то зацепиться. Ну, люди были зато. Так. Дальше вроде нормально. Короче, вот это бревно страшное. Эх, кто-нибудь бы его с бензопилой отпилил, но все равно не зайдешь нормально. Так. И тут. И тут, и тут, и тут. И тут тоже ее поломать. О, лодка чья-то была. Ну тут выплыть-то ладно, можно, если человек поддержит, каканул и зашел. Пройдешь. Главное лодку поймать. Насколько она топкая и вязкая тоже. Станешь и по пояс, бля. Ну нормально, в принципе. Досок подложить. Лодка там проходит. Глубина сумасшедшая. А если обносить, то обносить еще дальше. Что-то не нравится мне все это. Так, где-то можно облезть. Посмотри. А если без акробатических этюдов, без верблюдов, идти длиннее, но зато безопаснее. Ой, блин. Короче, без акробатических этюдов. Да, вот сюда вот. Ну, короче, сюда вот и таскать отсюда. Ну, делать больше нечего. Придется таскать на эту косу. Ну, на час работы, может, на полтора. Дальше, дай бог, все было бы хорошо.